Всем доброе утро, выезжаем на супер автомобиле, сейчас с буксами уйдем. Да. Не, буксов не будет. Загорелась у меня вся елочка. Ну, Боря так и говорил. Это только каталитику у него украли здесь. И пока заглушку там поставили. Такую, не заглушку, а просто банку такую. Приехали ко мне МТА, это кто занимается метро всякими. Три Кэмри, короче, ключи. Надо рулевую балку отбивать. Работаем, отбиваем рулевую балочку. Такие вот у них на Дермантине государственные Кэмри. Прикольно. Интересно. Каждый ключик $150. Короче, кто 150, кто 70, кто 250. Примерно надо 10 ключей сделать на рулевую рейку. Готово. Ой, блин, упали. Так, вон они стоят, веселые. Окей, both cars done. All right, great. Да, третья. Вот третья машина. Вот тут их целое сборище. Все директора подъезжали. Официальные тачки. Так. Все готово. Начальство подъезжало. Начальство подъезжало. Чувак в кепке прикольный. Там главные какие-то на тачках поприжали, ключи вторые поделать. Ну и хорошо, всем хорошо. Нам осталось сегодня чуть немного. Вот так, это четвертая тачка. Пошли делать четвертую. Так, четвертая. Белая кемрюха. Какие они все одинаковые, государственные. Ой, блин. Проверяю. Окей. Сейчас буду делать ключ на эту Subaru Crosstrek 18 года. Еще ни разу не делал. Сейчас будем делать. Надеюсь, получится. Ну все, даже проще, чем я думал. Все. Даже программировать легче, чем старые. Много вот субарик у нас 18 года. Работа сделана. Honda Ridgeline. Такие ручки у нее прикольные. Продолжаем в том же духе. Так, проверочка. Все. Часы Buick Lucerne. Все. Еще 150. Погнали. Ford Explorer, продолжаем в том же духе, делаем ключ, еще 150, Toyota Camry, какой-то 19 год, продолжаем в том же духе, это уже 250, GX на связи, продолжаем зарабатывать на рейку, продолжаем Honda, вы такого не видели, 2016 года Honda Accord, состояние машин, боже мой. Боже мой. Короче, вот такой теперь здесь косяк продают. Пожалуйста, сканируйте, оплатите, и вам прямо доставят домой. У нас на районе. Так, рулевая рейка пришла. Ее привезли в офис сюда. Она такая здоровая коробка. Я не знаю, ли она в Prius поместится. Должна. Сидушки же откидываются, да? Да, откидываются. А, ну туда все влезет. Короче, это полдела поставить эту рейку. Ее еще, кажется, программировать надо. Прикиньте. Съехал с бруска, завел машину. Ничего не горит, руль работает.
Да, тут, короче, минимальный какой-то наклон, и все. И руль перестает работать. Заглушил, убрал с бровка. То есть машина криво стала. Заглушил, завел, и все заработало. Что-нибудь.